Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и сегодняшнее видео будет о новинках, покупках за последнее время. Как вы заметили, у меня немного изменился задний фон, я пока экспериментирую, заказала себе на днях шкаф из IKEA, зеркало из IKEA, до сих пор не доставили, сегодня, завтра вообще должны доставить, по идее, но пока как бы не доставили, фон еще такой незавершенный. И сегодня я вам хочу показать новинки свои от фирмы MAC и кое-что не из косметики, парфюмчик один. Первое, чем я хотела с вами поделиться, это очень-очень классная подвеска, которую я показывала уже в Инстаграме. Эта подвеска для меня очень много значит. Выполнена в желтом золоте, кулон в желтых сапфирах. Я думаю, вы уже догадались, что значит эта девочка. Это моя дочь, как я себе представляю. Хотя я показываю этот кулон своей дочке, и она говорит, что это Мишка. Подвеска символизирует материнство, и для меня это очень важно. Могу оставить под этим видео ссылки, где я приобрела эту подвеску. В Казахстане есть официальные представители, а также, как я знаю, что в России продают эти кулоны, подвески, браслеты. Следующая то, что я хочу вам показать, это кое-что от фирмы MAC. Сейчас на мне помада и карандаш Viva Glam. Очень яркая помада, очень яркий карандаш. Я люблю, вы знаете, я люблю яркие помады. Эту помаду выпустила совместно с MAC Miley Cyrus. Мне кажется, эта помада будет супер смотреться на блондинках. Вот я прям уверена в этом, что на блондинках это будет просто бомба. Viva Glam, Miley Cyrus. Карандаш немного другого оттенка, но вместе они отлично дополняют друг друга. Карандаш более такого холодного оттенка, розового, а помада более теплого оттенка. Также я приобрела из этой же коллекции Viva Glam Miley Cyrus блеск для губ. Такой, знаете, стойкий, липкий, шиммерный, блестящий. Если его нанести сверху на эту помаду, то губы получаются очень сочные. В общем, я не могла удержаться и пройти мимо коллекции Miley Cyrus. Но как же без Miley Cyrus? Решила попробовать я в MAC матирующие салфетки. Вы знаете, что я полюбила их в последнее время. Сейчас летом я без них не могу просто обойтись. И вообще, мне кажется, теперь я без них не смогу обойтись. Намного больше, чем в Инглоте. В плане сама бумажка, она больше. Но здесь они такого голубого цвета. В Инглоте они белые. Long Wear Lip Gloss. Это стойкий блеск для губ. И он очень пигментированный, насыщенный. Прекрасное яркое название Long Love Love. И на губах он матовый, розовый. Вот плюс у него глянцевый блеск от того, что это блеск для губ. Я думаю, что мне идут холодные розовые оттенки, и я не могла тоже устоять перед этим блеском. Также у меня появилась такая вот штучка очень классная, Prep Prime от MAC. Это база для губ. То есть, благодаря этой базе ваша помада намного дольше будет держаться на губах. Эта база выкручивается, она прозрачная, как бы это очень удобно. Обычно базы все жидкие, их нужно либо выдавить, размазать, либо еще что-то. А здесь, получается, вы просто пройдетесь по губам. Решила я еще попробовать два продукта для бровей. Это коричневая тушь с таким бронзовым отливом. Очень прикольно смотрится на бровях. И карандаш для бровей. Этот карандашик выкручивается, очень тоненький. Им очень удобно рисовать дополнительные какие-то волоски. Девчонки, я просто в восторге от этой прессованной пудры. У меня до этого была другая пудра от MAC. Она матирующая, эта пудра. Она создает очень легкое полупрозрачное покрытие. И вы можете это контролировать. Вы можете сделать покрытие более плотным, если, конечно, побольше нанесете пудру. В общем, она мне безумно нравится. Это вот практически идеальная пудра сейчас на лето. И идеальная пудра для меня за последнее время. Решила попробовать тоже такую очищающую водичку от фирмы MAC. Она снимает макияж, чем-то похожа на мицеллярную воду, но намного лучше, даже в 100 раз лучше, чем моя мицеллярная вода от Garnier. Макияж снимает прекрасно, тушь снимает просто замечательно. И последняя моя новинка, это парфюм от Mantal Crystal Flowers. Я вслепую заказала себе этот парфюм. Во-первых, я не знала, где в Казахстане можно заказать. С официального сайта я не стала заказывать, потому что они не доставляют Казахстан напрямую. Это нужно было пользоваться услугами посредника. Затем еще такая возникает проблема, что они не могут отправить жидкость сюда. Какие-то компании, кто-то соглашается отправить, кто-то может отправить жидкость, кто-то не может отправить жидкость. И с этим большие проблемы сейчас с нашей таможней. Я в Инстаграме нашла девочку, которая привозит эти парфюмы. У нее не только Монталь есть, там точно оригиналы, не подделки. Вот, я заказала у нее попробовать 50 миллилитров. Когда мне доставили 50 миллилитров, эта баночка показалась мне какой-то игрушечной, потому что по сравнению со 100 миллилитрами она получается в два раза меньше. И я не думала, что 50 миллилитров настолько маленькие.
Именно в версии от Монталь как-то это смотрится очень крошечно. И что касается самого аромата, вначале, когда я его на себя нанесла, я его не почувствовала. Ну, то есть я почувствовала первые, да, вот ноты, там что-то цветочное, шампанское, мартини, айсти, конфеты, и все. Потом я его не чувствовала на себе. Такое свойство вашей кожи, что вы не чувствуете на вашей коже аромат, хотя на самом деле он присутствует. И я нанесла его на одежду. И хотя на одежду его не советуют наносить, потому что в составе здесь есть масло, и оно может оставить пятна на одежде. Но если нанести на такую одежду, на которой не видно пятен, да, то вы можете попробовать нанести. Я нанесла его на одежду, и все, я поняла этот аромат, он раскрылся, он долго держался, и действительно он стойкий, такой насыщенный. Это дневной, поистине дневной девчачий аромат. То есть я бы посоветовала этот аромат молоденьким девочкам, кто не любит яркие прям совсем уж ароматы, а кто любит что-то такое, знаете, легенькое, цветочное, сладенькое, что-то типа Bright Crystal, но не Bright Crystal, ну вот что-то такое вот очень-очень легкое, дневное. Вот. Ну что, ребята, буду заканчивать это видео, надеюсь, вам оно понравилось. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!